Давай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы по просьбе людей решили озвучить. Люди говорят, слушать могут, а считать, ну, мало приучено такое поколение. Какие у нас были занятия в Потеряевке с первого года? На улице. Даже скамеек, досок не было. Пни напилят и сидят на них. Знамя. То есть мы выставили знамя. Знамя — это и флаг. Еще я отдельно буду говорить, что лучшего флага, чем российский сегодня, без этих двуглавой курицы, там просто красное, синее и белое, вне конфессиональный, то есть вне религиозный, за пределами этого. Его нельзя сказать, это принадлежит нам. Это божественное знамя. Притом не на один год. Как Златоуст говорит, законы одно государство у другого не берет у себя исполнять. А закон Божий вечен. На все времена, в разных странах, где бы он ни жил. В Китае, в мусульманском мире, если уверовал христианин, закон Божий для него. И вот это знамя Бог выставляет нам. Первая красная полоса, все в крови, для любого, на все времена. Синяя, всем заповедь искать горнего неземного. И третья, великий белый престол. Все. Подобного флага нет нигде и не будет. Это Божий флаг. Знамя. Вперед. У каждого государства есть свое знамя. Теперь есть у городов, и даже у отдельных владельцев замков его символ, показывающий в кратком изображении суть их. Мне приходилось работать на море и учиться в мореходном училище, потому я знаком с флагами всех стран, которые торгуют с нами, и у которых есть выход к морю. Относительно теперешнего российского флага могу с уверенностью сказать, что ни у одного государства мира нет такого флага, столь удачно сочетающего в себе в очень краткой форме и земное, и небесное. И земное, и небесное. Возьмите украинский флаг, что он означает? Возьмите белорусский флаг, любой, немецкий флаг. Он обозначает земное, а небесном ни в одном флаге ничего нету. Далее. Его называют триколором, то есть трехцветным. Внизу красная полоса горизонтальная, затем синяя и выше всего белая. По ширине флаг в два раза больше своей высоты. По ширине полосы полосы одинаковые, занимают по 1/3 высоты флага. У нас же в лагере Стани этот трехцветный флаг еще и тем необычен, что основную часть его занимает красная часть и слабыми полосками две остальные. Это означает, что коммунисты, кровавая комарилья бесноватых, все еще у власти в стране, и небо нам в копеечку видится, а о духовной чистоте думать сильно-то не приходится, ибо народ утонул в телевизоре, блудном и срамном. Нижняя красная – это земля, пропитанная кровью. И сразу доказательство. Сказал, и сразу места Святой Библии. Бытие 4.11. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». Откровение 12.3. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. 1 Маковейская 1.37. Они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилище. Откровение 18.24. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. 19.2. Ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Исайя 63.2. Отчего же деяние твое красно, и риза у тебя, как у топтавшего в точиле? Откровение 19.3. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. Вторая часть – синяя и голубая. Это или? Синяя или голубая. Это небо, и оно выше кровавой земли. Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю. Левитам 26.19. И славлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. Откровение 6.14. И небо скрылось
свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Откровение 21.1. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Числа 4.6. И положит на нее покров из кожи синего цвета, и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложит шесты его. И третья белая полоса – это уже наступившая вечность. Белый престол Божий превыше всего. Откровение 20.11. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Здесь нужно сделать пока непосильный нам эффект, чтобы, когда смотришь на белую полосу, две первые исчезали бы, чтобы не нашлось им места. Откровение 2.17. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Что Дух говорит церквам? Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Белый камень – знак оправдания крови Христа, знак победы полной и безусловной через жертву Христа, победы над дьяволом, над красным драконом. Откровение 19.14. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный виссан белый и чистый. Иезекииль 27.7. Узорчатые полотна служили флагом голубого и пурпурового цвета ткани. По сохранившимся в Библии описаниям 3600 лет тому назад, знамя было уже в употреблении во время перехода богоизбранного еврейского народа из Египта в обетованную им землю Ханаанскую. Числа 2.3. С передней стороны к востоку ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их. Итак, перечисляются все 12 колен Израилевых, и у каждого колена свое знамя. Как знамена выглядели, мы не знаем, потому что шестиконечная звезда Давида, как они ее называют, никак не могла быть. До этого времени еще более 600 лет. Сейчас много в мире знамен, на которых изображены звери или птицы, и всегда в этом есть претензии на царственное величие. Лев, орел. Может быть, колено Иудина, как символ царственного колена, было со львом на знамени. Бытие 49.9. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Так точно и все колена, которые получали благословение от Иакова, могли изобразить в одном рисунке свое предназначение. Псалом 19.6. Мы возрадуемся о спасении твоем, и в имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Главные прошения были о победе над врагами, чтобы страна была независима и в народе не было идолопоклонства. Знамя было символом свободы страны. Его считали полученным прямо от Иеговы. И соблюсти верность знамени значит быть угрозой всему Ближнему Востоку, чтобы все трепетали при виде этого знамени. Псалом 59.6. Дары боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Но в аллегорической песне песней невеста, церковь или каждая душа в отдельности осознает, сколь она любима Христом и постоянно взирает на знак свободы, знак победы, который постоянно над ними, знамя, которое есть любовь. Высочайшая любовь Христа была явлена на Голгофе, на вершине этого холма, близ Иерусалима. Он есть сама любовь. Песня 2.4. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Иоанна 15.13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
Знамя должно быть чистым, на нем ничего лишнего не может быть, кроме установленного знака. Наше знамя на вершине всей вселенной и всех холмов храмов – крест Христов. Евреям 12:2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Вот одно слово сказал, подтверди Писанием. Сказал, подтверди Писанием. Посмотрите на католический крест. Какой он простой, и нигде у них не встретишь, чтобы еще что-то было добавлено. И вот наш крест на храме. Подойдите хотя бы Покровскому собору в городе Барнауле. Куча железа накручена. Что угодно можно увидеть на куполе, только не крест. На каждом конце перекладины еще поперечины. И получается ровно 18 концов у креста. А 6 умножить на 3 равно 18. Три шестерки, да. Церковь не может быть служанкой мира, идти на конкордат с властью. Никогда не опустится до такого состояния, в которое вверг православную церковь в России митрополит Сергий Строгородский. Чтобы злобные халдеи насиловали невесту Иисуса, диктовали ей условия ее жизни, чтобы она согласилась добровольно жить в рабстве, забыв про свободу духа. Церковь на земле всегда воинствующая. Он послал ее на борьбу со злом. Вот сказала, теперь а докажи, так ли это? Доказательство. Три свидетеля. Матфея 10:16. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Христос говорит своей возлюбленной. Песни 6:4. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Песней 6:10. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? И высшая любовь его отражается в его знамени над церковью, крест Голгофский. Там незаходимое солнце любви погасло и взошло через 3 дня. Иоанна 3:14. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Числа 21:9. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Когда люди согрешают и нарушают заповеди Господа Саваофа, он вращает свою возлюбленную через окружающие народы, которым дает знак, чтобы они выступили против нее и поставили на место ее зазнайство. Ее обогоступничество должно быть сожжено. Бог выставляет знамя свое сам, дает этим знаменем знак другим соседям, чтобы они, как врачи, пришли и разбудили спящую его невесту. Исаия 5:26. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли. И вот, он легко и скоро придет. Исаия 13:2. Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. 18:3 Исаия. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимается на горах. Поднимется на горах, на горах. И когда загремит труба, слушайте. 30:17. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. Иеремия 4:6. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Иеремия 51:27. Поднимите знамя на земле, трубите трубой среди народов, вооружите против него народы,
созовите на него царства Араратские, Минийские и Аскеназские. Поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. 3 Ездры 10.23. И что всего тяжелее, знамя Сиона лишено славы своей, потому что предано в руки ненавидящих нас. Иеремия 4.21. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? 50 стих 2. Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте. Говорите, Вавилон взят, вил посрамлен, Миродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. 51.12. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. После воскресения Христа его любовь явлена для всех народов, и отовсюду потянулись к шатрам Симовым, то есть к евреям. Бытие 9.27. Да распространит Бог Иофета, и да селится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. Исайя 11.10. И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Исайя 11.12. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли. Исайя 49.22. Так говорит Господь Бог. Вот, я подниму руку мою к народам, и выставлю знамя мое к племенам, и принесу сыновей твоих на руках, и дочерей твоих на плечах. Исайя 62.10. Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу. Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Если знамя попадало в плен, то часть расформировалась, поэтому старались любыми путями вынести его с поля боя и даже после поражения. Если знамя есть, то вокруг него снова собираются люди. Знамя было везде, в любой стране. Все флаги в гости будут к нам. Флаги приспускаются и на флагштоках кораблей, если там есть мертвый или скорбь в их стране. У пиратов свой черный флаг с черепом, ибо они сеют смерть. Любовь, как ты изобразишь в одном рисунке, рисует сердце, пронзенное стрелой. Это можем понимать и по отношению любви Христа, пронзенного жалостью к падшему человечеству. Наше знамя – крест. Никогда не приспускается при смерти кого-либо, ибо смерти нет во Христе. Христос есть победитель смерти и ада. И в плен любовь не может быть захвачена, ибо она сама пленяет в свободу славу детей Божьих. Это знамя любви и на храме, и на крещаемом, и на могиле. Знамя проповедь о распятом и воскресшем должна быть всегда в действии. 2 Коринфянам 6.7. В слове истины, в силе Божией, с орудием, оружием правды в правой и левой руке. Проповедь о Христе. Вот чего боятся враги истины. Грозные полки с этим знаменем прошли вселенную, пленяя души верующих послушание Христу. Пугаются этого знамени сегодня священники. Попрятали кресты, скрываются от проповеди о распятом. Если открыто боишься перекреститься, открыто носить крест, то твое знамя уже не крест. И где бы какой флаг ни увидел, всегда помни, что у христиан есть знамя любви, высочайший, проявленный Спасителем мира на Голгофе. С первого века крест, как символ спасения и победы, был уже в христианских общинах. И христиане творили на себе крестное знамение и преподавали другим благословение крестом. Поднимали руки крестообразно, прообразуя смерть победную Иисуса. Князь Борис говорил,
что бесы креста боятся, а лютый человек и креста не боится. Пришли люди, стали жаловаться Иоанну Златоусту, что в их окрестностях появился лев и уничтожает людей. Он посоветовал им осветить и поставить там крест. Так и сделали. Прошло несколько дней. Слышат запах с той стороны, отвратительный. Пошли, а там лев сдох, как только дошел до креста. Скажут, что это случайно. Может и так, но почему-то не раньше, а только тогда, когда крест освященный, знамя любви поставили. У меня в городе ястреб повадился таскать голубей. Ловит в воздухе, и белых моих голубок хватает. И вижу, ничего нельзя сделать. Держу несколько дней голубей взаперти, никого не видно. Но вот он прилетает и садится на забор, и ждет моих любимцев. Они лохмоногие, в воздухе совсем не быстро летают. Они через голову переворачиваются, им это интересно. А он в это время вдруг врывается откуда-то снизу или сверху. И пропала еще одна голубка. Это все равно, как когда хулиган-насильник и бандит гонится за девушкой, а она бы начала, как балерина, перед ним на цыпочках кружиться. Это уже готовая добыча ему. Мы тогда сделали крест высокий, легкий и окропили его святой водой и помолились о защите от хищной птицы. И высоко на дерево в лесу повесили этот восьмиконечный крест. В лесу. И все это делали в виду всех людей в общине. И больше ястреб ни разу не прилетел. Видели, что он пролетал у границы, где крест привязан к вершину, на вершину дерева. Может, тоже случайно, может и так, но нам хорошо, и мы благодарим Бога за эту милость и укрепление в вере. Ну, видно, как бы не окончено. Все на этом. Я сейчас отключаю, чтобы оторвать это, а потом сразу включу другое.